Всем привет! Согласитесь, что многие люди пытаются накачать красивое тело, даже без доступа в спортзал. Они выполняют упражнения, которые не требуют специального оборудования, и их можно выполнить совершенно где угодно, даже дома. Отжимание от пола как раз это упражнение, которое можно выполнить в любом месте. На самом деле многие люди недооценивают это упражнение. Отжимания могут творить настоящие чудеса с вашими мышцами, если, конечно, правильно выполнять это упражнение. Отжимания от пола считаются одним из лучших упражнений со своим собственным весом. При выполнении этого упражнения основная нагрузка распределяется на грудные мышцы и трицепс. Также работает спина, пресс, поясница и плечи. Так сколько нужно отжиматься, чтобы был точный результат? Все зависит, конечно, от вашей цели. Кто-то хочет просто увеличить количество повторений, а кто-то даже накачать мышцы. Вы должны понимать, что если вы будете выполнять только базовые отжимания, то результат придет не скоро или вообще не придет. Советую составить вам собственный план тренировок из различных видов отжиманий. Например, 15 обычных отжиманий, затем 20 отжиманий с широко расставленными руками и 15 отжиманий треугольником. Так можно ли нарастить мышечную массу с помощью отжиманий? Конечно, это довольно трудная задача, потому что для роста мышц нужна постоянная нагрузка с постоянным увеличением рабочего веса. Но что же делать тогда в этой ситуации? Можно положить на спину небольшой груз, это позволит увеличить нагрузку. Также под руки можно положить книги, это увеличит вашу амплитуду. Но упражнение нужно выполнять правильно. Нужно делать примерно от 4 до 5 подходов по 10-15 повторений, а со временем нужно увеличивать количество повторений или подходов. И тогда результат точно у вас будет.